Сразу следует сказать, что сумма налога для тех, кто сдает жилье в наем, является фиксированной и уплачивается собственникам жилья ежемесячно или за весь календарный год. Конкретный размер ставок налога определяется областными советами депутатов. 16 января 2013 года по городу Бресту и Брестской области вступили в силу новые ставки для жилых помещений. С этого момента за каждую сдаваемую комнату по городу Бресту ставка налога составляет ежемесячно 100 тысяч белорусских рублей. Города Баранович и Пинск – 70, иные населенные пункты составляют 40 тысяч белорусских рублей. Договора найма регистрируются по месту нахождения объекта. Например, если квартира находится на территории Московского района, следовательно, соответственно, надо обратиться в администрацию Московского района. Одно окно, первый этаж, 13 кабинет. Более подробную информацию можно получить по телефону 42-22-00. Уплата налога производится ежемесячно, не позднее первого числа месяца, за который осуществляется уплата подоходного налога. Есть ряд плюсов в этом виде деятельности. Не нужно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, вести учет доходов, бланков строгой отчетности, предоставлять налоговые декларации. Следующая процедура после заключения договора найма необходима. Необходимо в обязательном порядке подойти в налоговую инспекцию по месту регистрации собственника для того, чтобы встать на налоговый учет. Для этого необходимо при себе иметь паспорт собственника и договор найма. Но даже столь незначительные суммы и не обременяющие человека процедуры заставляют некоторых уклоняться от уплаты налога. Только в Московском районе города Бреста за истекший период текущего года выявлено 12 нарушений. Виновные лица привлечены к ответственности, а за уклонение от уплаты фиксированного налога законодательством определены штрафные санкции в размере 20% от неуплаченной суммы, но не менее 5 базовых величин. Кроме того, в полном размере взыскивается неуплаченная сумма налога. Выбор, как всегда, остается за вами. Либо оплатить налог и спать спокойно, либо продолжайте жить в состоянии стресса.